Всем привет, с вами Солус, и мы продолжаем играть в перекрасить этот город в красный. Так, мы начинаем вторую миссию, да, первую мы уже прошли в баре, теперь это у нас какой-то клуб. Начнем, плей, погнали. Будем крошить лица. О, музыка. Нас пропустят? Здорово. Никого вообще типа не волнует то, что я хожу в стойке такой. Все танцуют, фига здесь сколько. Здесь почти у всех прическа это афро. Возьмем что это, ничего нету. Я... Ну ладно, бармен, что это? Это возьму. Спасибо. Это что? Ничего нету, неинтересно. Здесь есть что? Да, здесь есть. И это нормально. Что здесь? И это вы... Да не выливайся так. Ова, нормально. Ты кто такой? Так. У меня есть предложение, кто это? Сюрикен! Да кому нужна? Сюрикен, фига. Так, не. Я продержу для себя. Сейчас я хочу смотреть, что у нас здесь. Здорово, здорово, здорово. Здесь и второй этаж. Опа, дверь. Кто у нас здесь? Ага. Там лежат деньги. Я могу, интересно, избить деньгами? А, там катана. Так, я катана заберу 100%. Так, что у нас здесь? Туалет. Хорошо. Так, я вспомнил. Пью это нога. Это блок. Хорошо. Где диджей? Не, подожди. Диджей получает сюрикеном в ухо. Хо! Диджей отъехал. Началась драка. Ты уйди. Опа. Блин, надо было взять себе какое-нибудь оружие. Уу. Спать, валяться. Что это такое? Я... А кому-то что-то сделал с рукой неприятное. На, в лицо. Он стоит пока... Да что... На, типа, твои афро. Лежать. Тебе лежать. Тебе лежать. Я знаю, что ты живой, что ты встаешь. Оу. Подожди, мне нужно. Бармен! На, в лицо. Я разбил каким-то образом. Оу. Ты же не за мной? Походу за мной. До свидания, ты отъехал. Так, хорошо, что у нас это? Кружка! В бармена полетела кружка. Это что? Рюмка. Полетела этого чувака, не знаю кто это. Возможно, был бармен тоже. А важно нет. Кто встает? На тебе. Я не знаю, какие тебе руку. Кто встает? Нет? Опа, мне уже попадают. Давай. Хо! Справа. Фу, это была правда. Отойди. Ну, давай, давай, давай. Ух, нифига ты меня рюмкой, слышишь? Ты где? Вставай, сражайся, как мужчина. Найти в лицо. Что, на меня идешь спать? Опа, справа. Неприятно. Надо выключить уплей. А кто вообще включает уплей? Я не знаю, как он даже включен оказался. Нормально, я не знаю, кто ты был. Но ты умрешь. Кто-то уже умер. Сойдет, нормально. Фига, стул, да, это мой. Я здесь буду всех крошить. Ты чё? А, это что-то слишком сильный? Тарелочку мне, пожалуйста. На, тарелку в лицо. Ты чё, нормально? Нормально у тебя. Давай. Опа. Нормально, отъехал. Чё стоите? Давайте поактивнее, вот так вот. Ты шо, хопа, никого нету. В углу пинаем, пинаем, пинаем в углу. Ребят, я на чуваке стою. Нормально, ему хорошо. Он тебя еще никогда так хорошо не ощущал, походу. Что это? Рюмка! В кого полетит рюмка? В тебя полетит рюмка и моя нога полетит. Можно выключить эту музыку. До свидания. Да что бы... Еще сделано на это? Нормально. На, в голову! На! Опа, это не я. Можно это вырубить все.
что стакан. Нифига, ты за мной? Ребята, погоди. Нормально. Где она? На тебе. Ух, нифига в меня влетело. Опа, с ноги. Нормально, у тебя осколок вообще торчал, но он походу выпал из себя. Спать не вставать, ты что, встаешь? Это не ты. Ух, нифига, ты чем меня? Не вставать, сказал. Так. Я могу это поднять? Нет, я могу поднять табуретку. На табуреткой. Троих. Так, они не умерли. А еще добьем. Зря встаешь. Нас ноги получают. Ну, кажется, кто-то бежит. За нами же выдвинулась охота, да? Все упали. На в лицо просто. Пинаем их. Сразу мясо. Справа. Нормально ему, хорошо. Стул поднимем. На стулом. На с ноги. Что? А, вам сзади чего сбитый подошел? Или это нунчаки? Я показалось, или это были реально нунчаки? Так, хорошо. Берем стул. Нам нужен стул. А я знаю, кто ты. Ты получишь стулом по лицу. На! Ты отъехал. Не знаю, кто ты тоже сейчас отъедешь. Я надеюсь на это. Ребята, давайте втроем сами там. Зачем на меня бежишь? Музыка закончилась? Как это она так это закончилась? В смысле, типа когда я, значит, убил бармена этого диджея, это типа нормально, да? Когда я здесь можно как-то апперкоты делать? Что? Ну привет, Квантас, ты выскочил по времени. Тихо, стул положи! Сейчас поранишь кого-нибудь. Чувак, спать. На тебе, по твоей афро. И тебе, у тебя там расческа торчит. Расческа убить. В бармена, в глаз расческу. На. Лежи. Так. Как ее разбить? Да разбивайся ты, да что такое? Что такое? Как ее... Что за бутылка? Прям в глаз. На. Ставь свою шляпу. Что это? Сюрикен. Это не сюрикен. А у тебя это сюрикен? На тебе в глаз. Отдай свою трость мне. Куда попробуй? Ух, нифига. Одна афра осталась. Одна. Одни волосы. Фига. Тихо. Тихо. На. Минус голова. А ты чего отошел? Нас ноги. Я знаю, кто там, ты получишь пога. Ух, нифига, я ему зарядил. А он, кстати, еще выжил при этом. А расческу отдал. На. С ноги в лицо. Нам, кстати, да. Нам еще даже урона не нанесли. Расческа тащит. Я не знаю, что у них в расческе там стоит. Она просто тащит. Кто в туалете? Подожди. На! Тут сюрикены в туалете валяются. Серьезно, валяются в туалете сюрикены. Кто? Пока открывай. Я знаю, что здесь кто-то есть. Сколько нет. Открой. Что? Алло. Ребята. Я кого-то убил? Положительно там кто-то стоял. Сюрикен в ухо. Это был затылок. А у меня затылок и ухо. Мы это никак не сможем узнать. Фига. На в лицо. Сейчас пойду сюрикен еще возьму. Туалет с ниндзя. Сигарет. Я могу взять сигарет? Сигарета? Нет. Монтировка. Сейчас мы сюрикеном быстро в комнате отправим. Долетит, не долетит? Придолетел. Печень. Монтировка, я не знаю, кто ходит в туалет с монтировкой, ведь видно очень опасный район. Типа в туалет без монтировки вообще никак. Ч
А здесь можно сломать детский шар? А я отверточку. И твоя же отверточка. Блин, а фу, а тху, какая отвертка? Расческа. Я не могу понять, где-то с какой силой нужно. Я не знаю, кто-то. Это какой-то страшный. С какой силой нужно бить людей, чтобы расческой. Пойди просто расческой, они же пластмассовые, правильно? Это с какой силой нужно ударить, чтобы просто пластмассовой расческой добить человеку до черепа? Или, да, допустим, я не знаю, это какие-то дерзкие ребята, которых, походу, вообще ничего не берет. Опа! Ребята, давайте домой. Шо это? Нормально. Если бы я тут ХП восстанавливала. Нас ноги. Что это такое? Расческа. Опять расческа. Ефать, как я бью так. Ты что, дерзкий? Расческой. Воу! На, битой. Битой, насколько мы помним, сейчас с прошлого выпуска это что-то дикое. Да что здесь? На, вот так вот давайте сражаться. Так надо сражаться. Там не чувак, а это скелет уже просто ходил, пока не встретил меня. А мы сразу пойдем найдем людей с катаной. Здесь же кто-то дерется. Я сломал биту. Я не хотел ломать биты. Это все можно брать. Это. Е-мое. А я могу деньгами забить. Деньга! Нифига, кто ты? Я же тебя вроде убил, нет? Деньги в лицо, сойдет же. На! Стул! Ребята! Походу вы сами решили ко мне прийти! Там будто кто-то такой, это, что это? Катана положила, она моя будет! Чувак, я здесь хочу ходить с катаной. Сейчас я тебя стулом пришибу. Ну-ка давай! Что? Что за квантовый сюда. О! Квантовые скачки во времени не помогают. А-ха-ха! Так, где там? Че я могу продать? Оружие, оружие, мне нужно оружие. Здорово! А чё сразу на меня-то все? Алло, ребята, 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 давайте. Слышишь? Ух, нифига, ты чё? Друг друга убили. Бита, вот ты где. Бита никогда меня не бросит, я знал это. Да иди, отец. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, нет. А, мне не хватает. Блин, мне не хватает. Секунду. Секундочку, возникли технические неполадки. В виде того, что люди не хотят умирать. Они просто живут и все, их что, походу, в жизни больше не волнует. Пепельницы. Да как ты еще живой? Да неужели, все. А вот теперь смайт. Ух. Вух. 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 Я не помню, я в каком-то фильме это видел. Я не помню, только в каком. Да я в тебя давай. А, все, больше не могу. О, все нормально. А катана тебе нормально. 4 врага всего осталось. Я вижу, что-то вижу только. Так, хорошо. А вот последние 2. А я выжил! Ха-ха! Не, подожди, подожди, катана пойдет со мной. Катана, короче, это. Решила уничтожить всех. Я просто поехал. Его походу можно было, да, взять просто так в танпол просто. В танспол, зайти так. Фу. А, нет. Она серьезно, она так едет? Идеально вообще. Катана — это идеальная вещь. Катана — это моя, правда, она какая-то убитая уже. Но уровень пройден. Е-е-е.
Ой, его прошли всего за 8 минут. Нормально. Так, вернуться к меню. Все. В принципе, мы прошли. Дальше у нас что у нас идет? Дальше у нас идет, я не знаю, что такое. Это тюрьма. Это тюрьма на самом-то деле. В принципе, я думаю, если я сейчас завершу выпуск, получится не очень длинным. Так что, в принципе, важно будет попробовать пройти еще тюрьму сейчас. Или к минимуму хотя бы посмотреть, что нас там ожидает. Так. И что? А, я заключенный. Хорошо. Ну, естественно, после всего такого... После того клуба. После бара. Если я выйду... Слышишь? Ха! Ты чё? Ты чё, чувак? Я не хотел тебя бить, извини меня. Ты чё там, слышишь, забиваешь? На! Я сейчас что-нибудь найду, что это такое? Я не могу понять. Нифига! Я вам тут помогаю, а вы тут на меня лезете. Какими-то заточками. А он седых охранников Да слышишь? Что такое? Заточка. Алло, до свидания. Минус нос. Заточкой нос сломал. Не, не сломал, я даже выковырял как-то. Что это такое? Баскетбольный... Да что, я почему не могу взять его? Это мяч баскетбольный. Он неправильный. Он пролетел сквозь. Или он отлетел обратно. Я не знаю, я не понял. Да давайте, ну кого? У всех в тюрьме есть заточки. Вот на всякий случай. Там электрошокером кого-то! Ребята, я хочу электрошокер себе, отвечаю. О, блин! Сломал электрошокер, так это я походу, короче, вообще дерзкий. На, сковородка! Это сковородка? А это мне дай! Не вставай! Не вставай, я сказал! Гантелей! Фига ты дерзкий, на тебе в живот! Гантелю отдай! Я тебе самый сильный, понял? Понял! А думаю, он понял. Да, а что у нас здесь? На, гантели, блин, гантелей прифигачить, это вообще дерзко. Фу. Я могу что-нибудь еще поделить. Палка. Вообще, кстати, нифига, они там вошли на молекулярном уровне друг друга. Погоди, дай мне гантелю еще, что это? Вот такой фигня, по идее, должно быть очень хорошо. Я ее бросил, догнал и сбил сам с собой. Это хорошо. Это нифига не хорошо! Под нос! А я хочу наверх. Тут же все должны быть заточки, ребята, ну что такое? Секретные ходы, заточки, вот я же говорю, все должны быть заточки. Что это за тюрьма такая, когда он не уклонит заточек? Ну это неправильно, понимаете? Нашлой! А вот если бы у меня изначально была заточка, я бы не умер. Так что видите? Я же говорю, заточка здесь такая вещь. Так что такое, я потерял свое управление. Музыка играет, охранник избивает кого-то. Слышишь? О-о-о! Он же не ловил на своих нападать, правильно? Слышишь? Я тут вас спас? Нифига! Алло, слышишь? Ты качок, давай тут это! Я походу тоже качок. Ух, нифига, да что меня здесь так бьют? Чувака гантелю засунул. Блин, у меня уже нет почти всех хп. Как это вообще так?
Тихо. Что-то возьму. На! На, тихо. Тихо, выбил глаз, чувак, сойдет. С одним глазом жить можно. Но он уже в любом случае не будет жить, и уже тьфу ты. Во, видишь, какой заточек? Я же говорю, у каждого должно быть заточки. Заточки — это такая вещь, без которой в тюрьме нельзя жить. Ну, может, если ты пытаешься жить без заточки, еще, кстати, здесь... Фига. Блин. Понятно. Так, хорошо. Я тут понял, что защищать их бессмысленно. Фига там сколько охраны. Это с чего вы так все? Бзу. Бзу. Я хочу зайти наверх. Надо мне пройти. Лестница, отпусти меня. Бзу. 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 Что? Бзу. Ты что? Нарисовал, походу. А звук... ты что вообще такое, слышишь? Ты что такое? Ух, нифига ты. Погоди, что это? Кто это? Кусок мяса. На, куском мяса тебе. Так ты никогда бил куском мяса? Нет? Так вот я буду первым. Воу. Дигантель, дай мне что-нибудь. Отдай свою дубинку. Мне нужна твоя дубинка. Да, облегченная версия Терминатора. Я не нужна его одежда, мне нужна его дубинка. Где он, слышишь? Горилла подошел сюда. Здорово. Это вообще неправильно. И неправильно так делать. Толпой на одного. Хотя я являюсь, что мы в тюрьме, но типа ничего. Уже должно быть тоже правило. Вообще должны быть... В тюрьме должны быть правила на все. Вот сер... Во, во, откуда музыка играет-то? Что там у людей? Ой, да, нету. Ребята, я вижу, что что-то припрятано. А, ничего не припрятано. Гантель возьму. Шокер. Ну, сейчас будет нормально вообще. Бзу! Бзу! Ты что такое? Слышишь? Переборщил. Фига им тут, короче, хорошо. Ой, а это человек вообще репиден. Блин, как они работают, беговые дорожки? Что у нас в туалете кто? В туалете вообще должны быть... О, можно помыться. О, нормально. Нормально, нормально. Кто-то отломал. Ребята, давайте помоемся. Мылом, мылом, а? А, мылом. Что-то будь чистым. Боткнул. Теперь мы будем поливаться его кровью, прямиком из его головы. До свидания. Спать. Нифига, насквозь прошла. Слышишь? Что еще там, голова сделана. Берсерк леди, да тьфу, давай! На. На. Вот этот в каске, не достал до того, до чувака в каске, сойдет. Алло. А, нормально. Не знаю, что ты. Кто же умрешь в этой жизни? И ты умрешь. И вот ты умрешь, я понял, ты не умрешь. А байкеры здесь тоже? Ну, хотя, в принципе, это тюрьма. А что не ходят по байкеру? Ну, типа, в одежде байкерской. По идее, у всех форма должна быть. Это меня... Ты вон... Это... А... О-хо-хо-хо. Всё, давайте последний раз попробуем. Последний раз попробуем. Так, я хочу есть. Дай мне еды. Еды. Чё, очередь? Если должны быть очереди. Тюрьма.
пойдет по моим правилам. Да, у меня есть оружие. Оу. Где? Я знаю, здесь есть кран. Это душ. На. Как ты там видишь вообще хоть что-нибудь? Меня мясом пытаются ударить. Уу! Здрасте, до свидания. Здрасте, до свидания, не хочу с вами общаться. На! Ты что, её съел, чувак, отдай? Так, нормально, вынесли. Отдай мне это! И мясо тоже. Почему здесь нельзя есть мясо, допустим, восстанавливать ХП? Я не знаю, что это, я не знаю, почему это идет по-другому. Но я здесь босс, я здесь главный. Поняли здесь все? Фу. Дай мне это, спасибо. Воу! Шариком. Что это такое? Куритель. Кури... Фу, ты какой куритель. Заточка на самом видном месте. Красава, чувак. Давай, битва заточек, я выиграл. А ты куда? Заточки здесь дерзкие. Вот здесь... Была битва за точку, которая победила, да, вот за точка. Кто там с электрошоком бегает, слышишь? А вот, привет. А дашь? Спасибо. Почему у электрошока так мало, мало заряда? Он даже толпу не сможет разогнать. Я не знаю, как это. До свидания. Опа. Опа, что-то назревает какой-то конфликт. А у меня ничего нету из оружия. Алло, ребята, дайте мне оружие. Дай, спасибо. Ой, промахнулся. Что это? Я не знаю, это походу была чья-то рука. Почему я не могу взять чью-то руку? Заточка, вот заточка. Расческа! Это вообще убийство! Ху-ху! О! Оружие массового поражения. Расческа. Еще лучше, чем заточка. Где же что-то была, вот заточка твоя. Да это иди ты. Здрасте, до свидания, я ушел. Я понял, это ваша территория. А, это моя территория, это ваша территория! Нифига у тебя палка длинная, должи-ка. Ну и как это так? Хило бросаю. Блин! Однорукий Джо отошел. Блин. Почему Джо? Джо это неинтересно. Однорукий Валентин. Вот это нормально будет. Че, Валентина, что одноруких не бывает? Бывает. На! Вот чё они там сами между собой не могут? Тесак сойдёт! Хо-хо-хо-хо! Кто-то полетел, кажется. Я мне показал. Валентина и все остальные отошли от меня. Ой-о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 й, как же больно. Смайт рэди. А, оно что надо. До свидания. До свидания. До свидания. Алло, алло, что не работает? Однорукие Валентины и все остальные уходят отсюда. Желательно, чтобы это тоже ушел. Да, он ушел. Фу! Что это? Я понял! Я все понял, не трогай меня.
Одноруки Валентин, Одноруки Валентин. Где что, Валентин? Есть что-нибудь здесь полезно? Алло, ребята. Что это такое за точек у вас? Давайте, что это такое? Деньги. Нет, да-да. Рюмка. Это будет неравный бой. Нужно что-то посильнее. Кажется, это деньги. И укажет деньги! У-ху! Здрасте, 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 здрасте. Что это все на меня-то? До свидания. Мыло, мне нужно мыло. Это же мыло, это мыло. Оружие, спасибо. Промахнулся как-то. Здрасте, до свидания, где я вообще? Слишком много мяса. Хотел сказать людей, но потом посмотрел, что это такое. О, до свидания, спасибо. Тебе стыд? Они же есть какие-то дерзкие, да, как и там, типа, когда я почти убиваю всех, приходят и не. Ой-о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 й. Это такое, это походу было чьё-то ухо. Где что-нибудь, кто-нибудь? Ну, где, алло, что, кто-нибудь? Что это, сойдет, гантеля? Да чё сейчас на меня-то бегут? Ребята, давайте сами тоже. Фу, ударил. Сейчас бы не ударил, то все, конечно, не было бы. Все, короче, будем так делать. Оп. Оп. Мне бы желательно смайт, конечно. Так. Не-н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 е
большой, который там это валяется. У него молния упала совершенно случайно. А я вообще не представляю, как это. Просто шел, хоп, молния. Знаете, когда? Не судьба. За точку подобрал. Тихо. Так, тихо. Спокойно. Точно? Я надеюсь! Нет, пропустил, как это так? Все плохо. А еще мыло. Я знаю, здесь есть мыло. Бить мылом не самая лучшая идея. Но это пока что единственное. На, минус щитовик. Точнее, Касковик. О, смайт, еее. Ребята, тихо. Посмотри назад. Сюда давай, ты тоже. И ты давай. Да и на тебя давай. И в тебя давай. И во второго там тебя, чувак, там он, видишь, рядом там стоит еще кто-то. Вроде как мягко. Вроде как хорошо получилось. ХП, правда, очень мало. Сейчас бы вот он меня ударил, и все, и конец пришел бы мне. Давай так сделаем. Фига там, мя скоро разлетелась. Да че ж ты такой живучий-то? Блин. Гантели! Чувак, за точкой. Спать. Я бы твоя за точкой пригодилась. Гиря. Сойдет. Так, подойдет. Ха! Вот они все. Ебусь! Я понял. Меня открыли, я вас понял. Да. За 9 минут прошли. Я не знаю, с какого, правда, раза, но мы убили всех 73 врагов.
И я не был еще ни разу в этой комнате. Ну как, я был в этой комнате, но типа не в этот победный раз. Все. Это хорошо. После этого у нас осталось... Что у нас осталось после этого? Это мы прошли, это мы тоже прошли. У нас остался корабль. Мы будем сражаться на корабле. А, и сэндбокс тест-левел. Ну это да, это, я так понимаю, просто это так. Этот. Просто так это. Остается у нас, получается, последний этот уровень с кораблем. И вообще тогда все будет зашибись. 1726, тогда походу эти пираты, там карамба, тысяча чертей, все дела, рамба. Все, всем тогда, короче, это, спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, всем удачи и карамба.